Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Руфина Ковалева. Сегодня в нашем выпуске. В Карачаево-Черкесии завершается капитальный ремонт 18 школ. По поручению главы Карачаево-Черкесии в регионе введена дополнительная выплата для сельских врачей. В Черкесске в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в предстоящую субботу пройдет Всероссийский фестиваль фольклора «Навеки с Россией». Итак, главным новостям. По поручению главы Карачаево-Черкесии в регионе введена дополнительная выплата для сельских врачей. На очередном заседании правительства утвержден порядок предоставления единовременной региональной выплаты медработникам в 2022 году. Согласно проекту, помимо федеральной выплаты в рамках программы «Земский доктор», врачи получат дополнительную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. В частности, в текущем году данную выплату предоставят 21 врачу, заключившему договор и прибывшему на работу в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тысяч человек. В Иджигутинской центральной районной больнице появилась собственная кислородная станция. Это значимое событие для больницы, сотрудникам которой во время пика пандемии пришлось серьезно потрудиться, чтобы обеспечить жизненно важным кислородом пациентов ковидного госпиталя, развернутого в свое время на ее базе. В кислороде сейчас нуждаются пациенты с постковидным синдромом. Многие из них до сих пор ощущают на себе последствия перенесенной болезни и вынуждены обращаться за помощью к медикам. Сейчас в отделениях Усть-Джигутинской центральной районной больницы оборудовано около 200 кислородных точек, комментирует главный врач больницы Марат Шакманов. В последнее время участились случаи, когда раньше, мы где-то уже работаю давно, такого понятия не было, что мы мерили больным сатурацию. Сейчас и больные сами ощущают, находясь на кислороде, после ковидные больные, которые зачастую уже возрастные больные, на фоне, когда они дышат этим кислородом, им становится заметно лучше. У них улучшается качество жизни. Они не находятся в постоянной гипоксии, постоянно это усталость, утомляемость, там бессонница, головные боли. На фоне кислорода им становится заметно лучше. Глава Карачаево-Черкесии поздравил жителей Адыгеи со столетием республики. Трудолюбие жителей Адыгеи, их любовь к родному краю и стремление сделать этот уголок России еще прекраснее позволили им достичь значимых результатов социально-экономического развития, построить прочный фундамент государственности для будущих свершений. Сегодня Адыгея – динамично развивающийся субъект России, который меняется на глазах со своей уникальной культурой, многовековой историей. От всей души поздравляю Мурата Кумпилова и всех жителей Адыгеи с праздником. Мира, добра и процветания братской Адыгеи, а каждой семье благополучия и гармонии. Вперед к новым вершинам, написал в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии завершается капитальный ремонт 18 школ. Работы на объектах образования проводятся в рамках реализации регионального проекта «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесии». Всего в программу вошли 23 школы республики. Работы на 18 объектах образования будут завершены до 1 сентября текущего года. Капремонт на остальных 5 объектах планируют завершить до конца следующего года. Помимо этого, в рамках мероприятий по благоустройству зданий общеобразовательных организаций и в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации ведется капитальный ремонт 2 объектов. Школ в ауле Псыш и в станице Исправной. Работы на объектах завершатся до 1 августа и 1 сентября текущего года соответственно. Кроме того, на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии ведется строительство 5 школ. Школа искусств Черкесска, где сейчас в активной фазе реконструкция здания, стала объектом внимания Республиканской общественной палаты. Задачу контролировать в своих регионах строительство и реконструкцию детских образовательных учреждений перед общественниками поставил лично президент страны Владимир Владимирович Путин. Строительство школы искусств в Черкесске было начато в прошлом году. Работы идут с опережением графика. Планируется также, что уже в сентябре учреждение возобновит работу. Комментирует информацию председатель общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Ляшова.
Мы услышали, что федеральные деньги получены в полном объеме, республиканское софинансирование получено в полном объеме, освоение финансовых средств происходит более чем на 90%. И, соответственно, мы увидели работу подрядчика. Надеемся, что подрядчик, который обещал нам и установил соответствующие сроки до выполнения данного проекта, вложится в эти сроки. Общественная палата будет контролировать этот момент. Но изучив, соответственно, документы, да, мы видим, что сроки выполняются. Более 80% госучреждений Карачаева-Черкесии подключены к платформе обратной связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Медовый. Еще в недавнем прошлом был только один способ обратиться в государственные органы – через нарочное написание заявления. Сегодня, благодаря внедренной платформе обратной связи, более 80% учреждений Карачаева-Черкесии имеют на своих сайтах виджет обратной связи, куда можно нажать и сформировать официальное обращение, на которое государственный орган обязан ответить. Официальное обращение можно сформировать также на портале госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Соблюдение противопожарных норм и правил на хлебных полях, зернотаках, полевых станах – главная цель профилактической операции «Урожай», которая продолжается в эти дни в Карачаево-Черкесии. Инспекторы проверяют соблюдение требований пожарной безопасности, элеваторов, хлебоприемных пунктов и уборочной техники. По мнению специалистов, это должно существенно повысить уровень пожарной защиты сельскохозяйственных объектов. Противопожарные инструктажи проводятся не только с землепользователями и владельцами земельных участков, но и с трактористами, комбайнерами. В эти дни сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Хабесскому и Абазинскому районам провели рейд в одном из сельхозпредприятий. В ходе визита представителями МЧС особое внимание уделялось организации работы по опашке вокруг зерновых полей и их разграничению на участке, проверки состояния противопожарных источников и подъездных путей к ним. Кроме того, была проведена разъяснительная работа с рабочими предприятия, распространены памятки по соблюдению требований пожарной безопасности. Руководство Зеленчукского пожарно-спасательного гарнизона провело рабочую встречу с главой Зеленчукского муниципального района Алексеем Науменко. Основная тема встречи – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, а также повышение эффективности взаимодействия в случае возникновения чрезвычайной ситуации и пожаров. Рассмотрены вопросы по мерам обеспечения пожарной безопасности на территории Зеленчукского муниципального района. На обсуждение был вынесен ряд вопросов, касающихся готовности к зерноуборочной кампании. Было рекомендовано принять меры, предупреждающие распространение огня при природных пожарах и возгорание на сельхозугодьях. Полицейские Карачаева-Черкесии выявили 8 фактов незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 5 уголовных дел. Об этом сообщила начальник пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. В рамках проведения оперативно-профилактической операции «МАК» сотрудниками полиции органа внутренних дел по Карачаево-Черкесии в разных районах республики было пресечено 8 фактов незаконного оборота наркотиков. Изъятым является вещество растительного происхождения и его производным, инструменты и оборудование для употребления, а также медицинские шприцы с наркотическим средством. Возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных частью 1 статьи 228 «Незаконный оборот наркотических средств». Одно уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Ликвидировано 6 крупных очагов произрастания дикорастущей конопли на территории республики. В отношении жительницы Карачаева-Черкесии возбуждено 3 уголовных дела по фактам мошенничества. Избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудникам МВД установлено, что 53-летняя жительница Черкесска, работник автошколы, обманным путем завладела денежными средствами 3 жителей станицы – Беломечетской, Ставропольского края. Женщина пообещала потерпевшим оказать помощь в получении водительского удостоверения. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Подозреваемая задержана, дала признательные показания.
Сотрудники уголовного розыска Урупского района установили подозреваемого по факту кражи строительных материалов в ноябре прошлого года. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Республики Адыгея, который доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенная частично изъята. Сумма ущерба для заявителя составила около 55 тысяч рублей. В Карачаево-Черкесии растет число случаев телефонного интернет-мошенничества. Аферисты постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых граждан. Например, злоумышленники предлагают обменять кэшбэк на рубли или убеждают жертву оформить кредит, а деньги переводят на свой счет. Как противодействовать интернет-махинациям, рассказал управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Для этого они запрашивают у человека данные, карты и смс-коды якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услуги. Однако, получив эти сведения, злоумышленники крадут деньги со счетов граждан. Если вам поступил такой телефонный звонок, прервите разговор, самостоятельно перезвоните в кредитную организацию и выясните всю информацию, которая вас интересует, в том числе и по вопросу кэшбэка. Не сообщайте незнакомым людям данные своей банковской карты, номер, срок действия, трехзначный код на оборотной стороне карты, пин-коды и смс-пароли. Не вводите данные банковской карты на непроверенном сайте. Не используйте одинаковые пароли для входа в свои аккаунты на различных сайтах. Не переходите по ссылкам в письмах от незнакомых пользователей. И установите на все свои устройства с выходом в интернет антивирус и регулярно поддерживайте его в актуальном состоянии. Кабинет министров утвердил план дополнительных мероприятий по празднованию столетия образования Карачаево-Черкесии, которые будут проведены до конца года. Среди запланированных мероприятий – фестиваля народного творчества «Мы вместе» во всех муниципальных образованиях республики, международный фестиваль фольклора «Навеки с Россией», фестиваль классической музыки «Классика под звездами», гала-концерт, посвященный столетию Карачаево-Черкесии, выступление Московского театра «Мимики и жеста» со спектаклем «Ночь перед Рождеством» для инвалидов по слуху, фестиваль воздушных шаров, световое лазерное шоу, театр живых скульптур и многое другое. В Черкесске в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в предстоящую субботу пройдет Всероссийский фестиваль фольклора «Навеки с Россией». В нем примут участие мастера народных промыслов и фольклорные коллективы из Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской и Астраханской областей и других регионов. Будут представлены 12 подворий из районов республики, пройдут также мастер-классы по народным промыслам – керамике, золотому шитью, резьбе по дереву и многим другим. Начало фестиваля в 11 часов. В 18 часов запланирован гала-концерт на главной площади Черкесска. Более 100 участников из регионов СКФО примут участие в Северокавказском форуме «Махар-2022», который начнет свою работу 9 августа. Он посвящен столетию Карачаево-Черкесии. Каждый представитель молодежи от 18 до 35 лет может подать заявку на участие до 31 июля. Министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов рассказал о целях и задачах молодежного форума. В рамках реализации форума будет реализовано три направления программы. Это образовательная программа, горно-пешеходная и творческая программа, а также, помимо этого, спортивная. Почему выбрано сразу несколько направлений? По той причине, чтобы охватить и наполнить форум теми направлениями деятельности, которые на сегодняшний день являются востребованными и необходимыми в рамках реализации северокавказских, окружных или федеральных форумных мероприятий. Следует отметить, что в рамках реализации грантового конкурса имеется 15 номинаций. Данные номинации представлены на сайте grant.myrusmol.ru Федерального агентства по делам молодежи. Вместе с Карачаево-Черкесским государственным университетом в этом году министерством проведена большая работа в части улучшения материально-технической инфраструктуры базы МАХАР Карачаево-Черкесского государственного университета. При этом на сегодняшний день с одним из провайдеров достигнута договоренность о том, что они предоставят на территории проведения форума качественный высокоскоростной интернет. Понятно, что телефонная связь категории GSM там работать не будет, функционировать не будет, но на сегодняшний день у всех есть и социальные мессенджеры, и социальные сети, посредством которых они могут общаться со своими родными, близкими, друзьями, товарищами и так далее.
В детском летнем лагере «Лесной» состоялась встреча ребят с ветеранами Афганистана. На встрече дети узнали много об афганской войне и о наших земляках, которые принимали в ней участие. Минутой молчания почтили память павших солдат и офицеров, отдали дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность и героизм, выполняя боевой долг. Воины-афганцы особо выделили в своем рассказе роль дружбы, солдатской поддержки, дали ребятам ценные жизненные советы о том, что надо любить свою страну, своих родителей и честно выполнять воинский долг. В ближайшее время в республике начнет функционировать первый молодежный проектный офис. Сейчас организаторы готовятся к открытию, намеченному на август. Его задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений, сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Папшуов. Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, то, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты, это будет плюс республике, потому что все грантовые средства привлекаются в республику. 1 августа в поселке Архыз пройдет экоигра «Пластиковый путь». Весь собранный по результатам игры пластик будет переработан в синтепон, из которого будут изготовлены комплекты одеял и подушек для социально незащищенных семей. 7 команд студентов-волонтеров из всех субъектов СКФО приедут в курортный поселок Архыз, чтобы принять участие в экологической игре по сбору мусора. А команда-победитель в качестве награды получит сертификат на отдых в Карачаево-Черкесии. В рамках абазинских спортивных игр, которые прошли на днях в ауле Кубина Абазинского района, был зафиксирован рекорд по становой тяге, который занесен в Книгу рекордов народа Абаза. Прославленный боец вольного стиля, чемпион Европы по вольной борьбе Исмаил Ниров поднял 310 килограммов. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. В отдельных районах сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 24-29 градусов тепла. В горах местами 16-21 градус выше нуля. В Черкесске переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до 28 градусов выше нуля. Это все главные новости Карачаево-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Реклама. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежитие, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21 17 25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Прямо сейчас твой город преображается. Набережные и скверы становятся чище. Из рек и морей исчезает мусор. А собранные отходы сортируются, чтобы потом отправиться на переработку и обрести вторую жизнь. Это не магия. Это волонтерство. Беречь природу – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!